А эту и другие игры вы можете купить в моем магазине игр Alex Store. Ссылка в описании. Всем привет, народ, с вами Алекс. Мы продолжаем играть в Стадион Реноватор. Или как оно там называется? Вроде так. Сегодня у нас новая миссия — футбольное поле. И подозреваю, что это то футбольное поле, которое у нас было в демке. Я прям почему-то уверен в этом. Ну, не знаю, сейчас посмотрим. Так. Табик. Это не то. Кстати, нормально тут продается барахло. Но работы сколько здесь? Что, качалка, что ли? Так. 100, 100, 100. Отлично. Да. Я думаю, что все помнят эту миссию. Так, нам предлагают кустики почикать. У нас, по-моему, даже есть что прокачать на кустике. Садовые ножницы. Что вы делаете? Уменьшает время обрезки на заданный процент. Пятерочку. И 25. Ну давайте. Ну раз уже так совпало, то почему бы и нет. Слушайте, ну да, кустики нам нужно резать. Все. В смысле использую? Так я использую. Сколько чикать там можно? Короче, надо под самый корень дубасить. Че, вот эти кусты тоже? Ядрить, колотить. Короче, нужно все кусты выкосить здесь. А камни надо убирать? Походу нет. Напоминаю, что если вдруг серия затянется, то разобьется на несколько частей. Так, а вот это? Это нет. Фига себе. Повылетало прям. Так. Все отлично, хорошо. Давайте на поле все выкосим теперь. Даже сколько полем мне пользовались, что так заросло. Мне кажется, тут газона уже не должно быть, в принципе. Короче, 3 раза чикает и норм. Ну, когда их дофига рядом, вообще непонятно, сколько ты там раз чикнул. Спасибо. Хотя бы их собирать потом не нужно, это уже хорошо. Поле на вид чистенькое. Тут еще кустик. Готово. Так, и вон там вот еще кустики есть. Есть контакт. А вот еще кустик. И здесь кустик.
Все. Будем считать, что все. Так, что нам нужно? Окей, давайте кучки подолбим кувалдой. Что тут можно, то и раздолбим. Не вижу кувалды. Отлично. Теперь можно здесь подубасить. Тут, конечно, гораздо больше барахла, которое можно разбить. Не видно кувалды. Так, здесь не видно, не видно. Лавочку разбить нужно. Все. Так, здесь нужно поразбивать разбитые седухи. Добить, так сказать. Тут норм. Норм. О, кустик. Приветик. Что я тебя не увидел. Да в смысле? Ну блин, я почикал уже 40 раз его. Зараза. Отлично. Так, мусорные баки нам взрывать тут вроде как не нужно. Ёпта. Потом посмотрим. Раз типа работает, то мне подходит. Кувалдой долбить больше нечего. Тут вроде бы тоже. Тоже вроде бы ничего не видно. Так. Вроде все.
Ну, тут вроде бы тоже все. Так, жалюзи просто снимаются, да? Ну, отлично. Давайте собирать мусор. Наверное, все. Так, а где мусорный бак? Те маленькие баки? А, вот, понял. Спасибо. Так, а у меня хватает сейчас на мусорку или нет? Полтинничек хватает, отлично. На 100% уже больше мусорка. Все больше и больше можем собирать. Теперь 20 мест у нас. Стены надо проверить. Ага, вот еще. О, блин, вот эту фигню забыл. Кувалда. А здесь тоже так же, да? Есть такая висюлька? Не, нету. Наверное, все. Наверное, все. Фонарик. Так, в принципе, наверное, можно сказать, что эта комната уже убрана. Всякого мусора. Никаких ни вентиляции, вроде бы ничего не видно. Полный. Вот это дело надо снять, чтобы не забыть. Но убирали уже нормально, на 28% целых. Так, что у нас здесь? Все. Так, тут снаружи непонятно пока что. А хотя нет, все понятно. Барахло-то валяется.
Так, погнали туда дальше. Вроде бы больше ничего. Блин, вроде бы смотрел, что нечего разбивать. Но все-таки есть еще. Окей, места больше нет. Но мусор, мне кажется, уже закончился. Не вижу, что тут можно собирать. Поэтому, наверное, сейчас будем хреначить здание. Так. Угу. Ну ладно, шпатель. Почему бы и нет? Зато отмывать ничего не нужно. Но тут полы. Тут полы у нас. А я сюда дошел? А, да. Спасибо за бонусы. Есть. Есть, есть, есть. Спасибо. Уровни сразу летят после наших прокачек прошлых. Так, теперь работа внутри. Так, есть. Теперь здесь то же самое.
Так, последняя комната осталась. Хорошо. Значит, что мы делаем? Я думаю, что можно сейчас взять кисть и задубасить, как обычно, белые потолки везде, где только можно. Как мы это обычно делаем. В принципе, все по старой схеме. Так, есть. Вот хотя бы помещений не так много. Ну, количество-то не маленькое, но в целом площади их по сравнению с прошлыми миссиями достаточно мелкие. Фух, так, туалеты. Стены в туалетах, я думаю, нужно покрасить и полы сделать. Будет у нас, наверное, скорее всего, как обычно, все одного цвета. Окей, сделаем зелененькие. Давайте зелененькие выбрать. И полы тоже сделаем одинаковые. А, это уже установка. Зелененькие. Есть. Сотка. Отлично. Так, это ж не туалет, правильно? Нет. Подсобка, офис, коридор, гардероб, туалет. Так, стены готовы, полы. Так, гардероб. Гардероб, думаю, тоже. Все будет у нас достаточно просто и одинаково. Сделаем деревянные полы. И стены у нас будут... черные. Хз, почему? Ну, типа, надо же разные цвета юзать. Так, плиточка. Сотка есть.
Есть. Так, коридорчик. Коридорчик какой-то нейтральный, наверное, у нас будет обычный. Можно даже плитку какую-то приделать. Сделать такую же, как в офисе, например. Вот такую плитку. И обои, наверное, тоже сделаем какие-нибудь. Сейчас посмотрим. По-моему, это плитка. Нет? Кирпичик. Почему бы и нет? Давайте кирпичик сделаем. 17 уровень уже, офигеть. Уровни шпарят у меня только так. А, кстати, снаружи нужно будет еще покрасить. Давайте снаружи тоже в кирпич сделаем. Что-то я про наружку забыл уже. Отлично. Так, здесь стены все, полы остались. Контакт. Готово. А, ну здесь же мы красим в такое же, точно. Осталось. А, выключатель. Зараза. Сотка. Так, надо хотя бы все эти проверить комнаты. Раз на то пошло. Здесь сотка. Тут сотка, сотка, сотка. Сотка, сотка. 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 Ну и шикарно, значит, все отлично. Один выключатель был и все. Сотка. Так, погнали, продадим хлам всякий. В смысле, один пакет мусора. Погнали делать туалеты и гардеробы. Так, туалет. А, туалет есть. По стандарту. Перегородочку. Хз куда. Или как ее приделать? В смысле, нахрен не хватает места? Наконец-то хватило места. Тут так поставим. Отлично. Так. Что там у нас дальше? Унитазы, как обычно.
смысле. Кто особенный, походу, не хотел ставиться. Так, 66 с двумя. Хлоп. Хлоп. А, подожди, тут же еще туалет у нас. Ядрить, колотить. Чем мы сюда не сходили? Забыл уже. Есть. Купить. Проценты один в один идут. Хорошо, тогда мы берем... Ой, берем. Раковины. Один. Два. Сюда также две. Ёпта. Кажется, я заблудился. 81%. Так, есть. Дальше что? А-а-а-а-а. Можно по одной сушилке и забыть. Да? Наверное. Я так думаю, что да. Угу. Сушилка работает, однако. Только что-то сушилка для рук, я ее вешаю слишком высоко. Да и пофиг, вообще она должна вот тут где-то висеть. Ну пофиг. Так, хорошо. Дальше что? Дальше. Раздевалочки, две штучки. Да, гардероб. Гардероб. Значит, выбираем гардероб. И что у нас здесь есть интересного? Ну, как обычно. Шкафчики. И длиннющая стена для шкафчиков. Что не так? Но окно типа мешает. Да блин. Ну хоть поворачивать уже не приходится. Ну, блин, 9 шкафчиков. Думал, 10 влезет. Десятый влезет, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Может, я там неправильно посчитал? Да не, места много. Ну и фиг с ним. Так, скамеечки. Возьмем тогда уже такие, повеселее. 67%. Как-то маловато, я бы сказал. Что мы тогда еще сюда поставим? Доска пробковая. Что с ней делать? Что нам поставить сюда? Батареи некуда. И нафиг не нужны. Блин, ну ладно, батареи где-то повесим. Типа пусть греют, создают вид. Блин, так они ни хрена не дают батареи эти. Три батареи поставила, без толку. Ой. Сложно. Вот эта доска с маркерами должна захаваться нормально, в теории. Нет, говняно захавалась. Блин, вот нафига тут так много процентов, если здесь нефиг ставить? Или тут нужно было миллион ящичков поставить?
Я не знаю. Я тупо не знаю. Я сейчас буду присирать их. Где попало. Где получится, где место найду. А, понятно. Нормально поставил. 97, да что ж такое, а? 97, а тут? Ну, 88. Вот тут можно приделать. Скамейку еще одну поставим. Я не знаю. Ну, что еще делать? А, одна уже лишняя была. Ну, ладно, пофиг. Но тут прям слишком много. Так. Что здесь? Коридор. Коридор, хорошо. Присрём кондёр над дверью. 13% за это нам дают. Автоматик. Присрём. Два автомата. Как раз хватит нам рейтинга. Нет, не хватает. Ну тогда еще что-то. А, кулер с водой, точно. Сотка. Отлично. Так, здесь параша готова. Кабинет. А, это подсобка. Наша любимая. Стеллажики. Как обычно. Да? Блин, а может коробок наставить миллиард? Или надо просто стеллажи поставить и коробок на них налепить? Ну-ка, коробочки, проверим вас. Мало процентов они дают, стоят дорого. Ставить приходится их много. Но система работает. Так, можно другие коробки взять, да, какие-нибудь? Поменьше, что ли. Ага, сверху друг на друга нельзя. Ну, в принципе, как вариант сойдет. Когда ставить нечего, можно и такие коробки налепить. Что еще? Я уже не знаю, что еще поставить. А это чем отличается? Сотка. Отлично. Так. А, двери вон есть у нас. Но они не относятся ни к какому помещению. Так, офис. Офис, офис, офис. Офис есть. Шкафчик. Шкафчик. Дальше что? Кондёр.
кулер с водой. Фиг с вами, батареи поставим. Чисто ради рейтинга. Блин, ну по 1% батареи дают, нафиг они нужны. По 1%, жесть. Так, столики нужны, да? Где там наши долбанные столики? Холоп, холоп, холоп. Каждому по креслу еще. По креслу, громко сказано. Что-то попроще. Блин, 38%, охренеть. Че так мало? Придется каждому по компу купить. Так. О, маленький пластиковый стол. Надо куда-то сюда поставить. Мы на него присырем какой-нибудь принтер. Или, я не знаю, говно какое-то поставим. Тумбочки можно еще поприделывать. Хлоп. Хлоп. Так, дальше. Так-то. Чпоньк, чпоньк. Напротив, кто-то придет, там билетики купить или что там, я не знаю, без понятия. Пека. Пека, лезай под стол. Есть. Ну и чё? Давай здесь поставим. Чё тебе не нравится? А, слишком близко, ну ладно. О, 99. Ну тогда по Монику сейчас и всё. А где Моники? Вот Моники. Отлично. Готово. Так, улица. А где нам купить эти седухи? Я тогда не знаю. Ворота в порядке? Я могу сразу все скрыть или нет? Так. F, чтобы опустить ручной газон. Мы этим уже занимались. Но сейчас придется заново вспоминать. Не в кайф, конечно, мне это, но ничего не поделаешь. Ну-ка. Вот здесь чуть-чуть. Как-то странно, это место не хочет срабатывать. В
почему нам не пишут, сколько мы сделали? Или мы просто должны сделать? А хотя нет, прогресс арены. А, это вся арена, наверное. 95. Как раз на сохранение оно фризануло, и полоска хреновая получилась. У нас, кстати, расходуется потихоньку зеленуха это. А нам дофигища нужно укладывать. Фиг с вами. Будем поднимать тогда. Будем экономить, а то вдруг не хватит. И этой фигней рулить, и мышку еще поворачивать. Слушайте, я задом могу укладывать, кстати, или нет? Может, мне задом ходить в каких-то моментах? А, нет, не могу. Интересно, она один весь газон на все поле считает или нет? И насколько мне тут прям нужно жестко это все захреначить? Непонятно. Потому что пустых кусков огромное количество. Нормально? Полосок наделал непонятных. Блин, ну газон укладывать нудятина та еще. Вообще неинтересно. В принципе, это неинтересно было даже тогда, когда в демку играли на этой миссии. Тогда еще было. Ни о чем. Почему нет прогресса газона? Мне это непонятно. Да блин, и там пятно, вот что такое? Блин, погнали дальше прям. Лучше будем так как-то делать, сразу все подряд проходить. Потому что я так задолбаюсь. Мне так кажется. Так, есть.
Если бы мышкой хотя бы не нужно было рулить как-то, то мне кажется, было бы гораздо проще. Так, теперь здесь по кружочку. Сейчас, короче, будем просто круги наматывать. Подняли. Дальше двигаем. Блин, ну 95% процентов вообще не меняются. Может, они хотят, чтобы я именно ворота заделал? Все остальное типа пофиг. Потому что тут конкретно написано про ворота. Будем чуть по другой схеме работать. По-прежнему 95. Есть. Блин, мне кажется, на газон потратил времени больше, чем на все остальное вместе взятое. Ну, типа, знаете, вот если эту миссию сделать первой в игре, то в игру не захочется играть. Потому что подумаю, что в каждой миссии будут газоны эти. Проще было бы, знаете, если бы уже было пустое поле у нас. Типа ты просто катаешься полосками и все. Тут там куска нет, там куска нет. А времени тратишь как на полное поле.
мне кажется, не самую лучшую траекторию выбрал для этих ворот. Но количество потихонечку уменьшается. Мы катаемся, катаемся и потихонечку уменьшаем количество. Так, надо, наверное, проехаться нормально тут. Причем, наверное, вот отсюда. Чтобы убрать эту полоску дебильную. Во. Тут так пройдемся. А здесь пройдемся вот так, наверное. Подровняли шикарно просто. И обучалка сразу закончилась. На ворота чуть больше времени потратили, чем обычно. Кусочек там остался, конечно. Ну, тут сейчас докатаем. Блин, там полоска. Кусочек маленький. Так, я думаю, можно его уже не экономить, это газон. Скорость вроде будет та же самая. Когда мы раскатываем, не раскатываем, пофиг. Я уже подумал, все, типа, хана. Но нет, вроде все ок. Просто типа выполнили. Блин, это мы сейчас разметку что ли будем рисовать или что? А как свалить от него? Левый shift изменить скорость? Не, скорость не меняется. А, вот Е, понятно. Ой, капец. Ворота мешают, что ли? Давайте тебя уберем еще. Я не знаю, что от меня хотят. А, может, мы должны купить что-то. Двери. Шест. Вот. Флаг. Оно? Оно. Отлично. Здание выполнено, написано. Тогда можно ворота, наверное, вернуть. Выглядит они, конечно, дерьмово.
Ну, красить их нельзя. Молотком тоже убить нельзя. Хотя в то же время у нас написано тупо оснащение и все. Я не знаю, что нам оснащение сюда добавить. Спортивная площадка. А, седухи есть. Блин, чё их до этого не видел? Чё-то на седухах проценты касанем себе. Так, тут полный набор, хорошо. Готово. Так, что мы еще можем сюда приделать? Мяч. Черт его знает, какой-то футбольный мяч, не футбольный. Явно футбольный мяч. Так, а что нам еще поставить? Тут ставить нечего. Типа тренажеры воткнуть, что ли? Я тупо не знаю, что сюда ставить. Спортплощадка. Так, давайте с самого низа в самый верх. Ну, настольный теннис вряд ли. Баскетбольное кольцо тоже нет. Это разве тренажеры ставить, что ли? Ну, такое себе. Если честно. Тренажерчики поставим какие-нибудь, присрем. Кстати, это разблокировали, наверное, нормально до стрейтинга. Так себе рейтинга дает, если честно. Давайте этот разблокируем. Один, два, 66. Блин, что нам ставить? Скакалки давайте. Бросим тут, пусть поскакают. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я не знаю, сколько их тут, потому что их не видно. Нет, давайте до 75%. Странно, там места не хватает, там хватает. Так. Девяносто пять. Это надо же добить уже. 100. Фух. Наконец-то. Офигеть. Ну, так себе миссия. А, подожди, спецзадание мы не выполнили. Ну-ка. Давайте сохранимся. Хочу сейчас на другие арены сходить, посмотреть, выполнено это спецзадание там какое-то или нет.
действует. Что-то сейчас только обратил внимание на это. По поводу спецзаданий. Ничего не светится хорошо. А здесь что? Тоже ничего. Окей. Тут. Тоже ничего. Отлично. Ну и здесь у нас есть спецзадание. Что-то там с мечами у нас.